Добрый день, уважаемые зрители. С вами снова я, Кирилл Рудович. Отпишите, пожалуйста, как меня слышно, видно в чате. Если слышно, видно хорошо, тогда мы приступим. Начинаем вебинар. Называется он «Безиндикаторный анализ основных валютных пар». Напомню, как обычно, в рамках данного вебинара мы проводим с вами обзор рынка Форекс без использования индикаторов, смотрим уровни поддержки и сопротивления, смотрим, как ведет себя цена, и дальше уже работаем, собственно, пытаемся торговать то, что мы видим, то, что получается. Начнем мы, как обычно, наш обзор с календаря экономических событий, посмотрим ситуацию на рынке, посмотрим, что там происходит, какие новости. А дальше переключимся в терминал, конечно же, и посмотрим текущую ситуацию, что происходит на рынке, и посмотрим возможности, да, какие возможности дает рынок сегодня, и есть ли где-то там возможность сегодня зацепиться, чтобы заработать немножко денег. Итак, давайте переключимся на календарь экономических событий, и посмотрим сегодняшний вторник. Все плюсуют, замечательно, прекрасно. Итак, это у нас Новая Зеландия, да, вот я уже наконец-то научился различать флаги Австралии и Новой Зеландии, они внешне очень похожи, но в то же самое время, естественно, это две разные страны. Итак, все у них тут печально с торговым балансом, минусом пошел, и экспорт тоже начал снижаться, да, импорт, собственно, чуть-чуть сократился, вырос наоборот, что не есть хорошо. Заседание денежно-кредитной политики Банка Японии, это все было ночью, у кого-то утром, у кого-то ночью, но у меня это ночь, собственно, так и ожидалось. И 15 часов выступление представителей ЕЦБ про это, индекс цен на жилье в 16 часов по США начинается уже распродажи. И фишка дня, выступление Джанет Йеллен в 19.45. К этому моменту, конечно, лучше быть вне рынка, либо там в безубытке, ну и так далее, и тому подобное. Как-то надо защитить свои позиции именно к этому моменту, когда настанет выступление Джанет Йеллен. Поэтому на текущий момент можно торговать. До 15 часов евро лучше не трогать с фунтом. Ну, они друзья, собственно, поэтому лучше не трогать. Ну, а так, в целом все неплохо. День завтрашний, среда, выступление Полоза и РБНЗ и процентная ставка – это Новая Зеландия. Ну, не думаю, что тут будет что-то архи-супер-мега-важное. Ну, пока так. Окей, давайте смотреть, что у нас здесь происходит на рынке. Начнем с евро-доллара. По евро-доллару продолжается снижение. Спросите, почему не шортил евро, нашел другой вход, нашел другую ладейку, нашел другую возможность, хотя, в принципе, по евро вчера, да, я говорил, 1.19 мы можем вернуться и начнем снижаться. Не возвращаясь к 1.19, продолжили снижение. Я ожидал, как минимум, от 1.18.40 от торговку повыше, да, но, как мы видим, евро продолжает снижаться. Я вам говорил, да, что вероятнее всего, вот это все же у нас была фаза, я помельче сделаю, распределение позиции, и это будет макушка, это будет верхушка, с которой мы начнем снижаться, с которой мы начнем падать, но я не берусь судить, до каких размеров, но судя по этой наторговке, которая была, я думаю, что до 1.11, 1.10, 1.11 мы будем снижаться. Поэтому было бы неплохо сейчас где-нибудь залезть в продажи. Но сразу же назревает вопрос, где залезть в продажи и куда. Наилучшим моментом, мне кажется, это продажа 1.18.40. Не спешите то, что тут уже якобы цена отошла. Еще будет сегодня заседание ЕЦБ, во-первых. Во-вторых, даже по дневному графику здесь есть возможность зайти в шорт. Будет такая возможность, поэтому пока на 1.18.40. Единственное, что вопрос по стоп-лоссу. Стоп-лосс будет реально большой. Да? Это как минимум сюда, за 1.19, а это уже 60 пунктов. Поэтому собственно, считаем правильно объем позиции, да? Либо, собственно, берем такой большой стоп-лосс. Ну, в любом случае рисковать не надо. То есть каждая наша сделка – это тоже какая-то
носит эффект неопределенности. То есть не значит, что обязательно так будет, как мы рассчитываем. Поэтому надо рассматривать различные варианты, в том числе и сценарий, когда мы ошиблись, да, чтобы эта наша ошибка не была для нас фатальной. Ну, я не устаю повторять, мы не саперы, у нас есть право на ошибку. Главное, чтобы мы сами себе не навредили, еще хуже сделали. Вот, поэтому пока по евро-доллару, я думаю, что... Ой, открыл не ту кнопку, нажал, да, и все. Кстати, такая штука бывает, когда, если кто-то там в телефоне торгует, да, эффект толстых пальцев называется, когда нажимал одно, нажал второе, и по факту получилось третье. Вот, пока по евро-доллару лично мои мысли таковы. 1.1840, я и говорил об этом уровне, да, что его пробитие будет означать практически 100% шорт, практически 100% продажу. Вот эту штуку мы закроем. Так что пока по евро-доллару у меня такие разметки, такая вот тут бойня на графике, но оно и понятно, да, потому что если на графике нет никакой разметки, то это как-то подозрительно становится. Дальше, доллар-франк. Что же у нас тут по доллару-франку? Какая у нас ситуация на дневном графике, да? Обратите внимание, вчера мы закрылись так неплохо, уверенно ниже, а сегодня мы уверенно выше закрываемся. 0.97 пробили. В принципе, без каких-либо проблем, как говорится, никакого сопротивления здесь, ярого сопротивления цена не встретила. Прокол, еще один прокол. Но что могу сказать? Пока по франку, если честно, мне не очень нравится этот заход. У меня были другие виды на франк, поэтому я стараюсь вот эту парочку евро-доллар и доллар-франк пока обходить стороной. Но могу сказать, что то есть пока по франку я рассчитываю на то, что будет все-таки движение наверх. Причем будет выход за 0.9770, а это, обратите внимание, еще с мая месяца уровни довольно важные, и вероятнее всего будет возврат обратно к отметке 1.1.0.1. То есть это отметка, куда может франк добраться в такой довольно отдаленной перспективе, ну там в течение месяца, может быть, двух. Так что пока, ну лично у меня такие мысли, да, такие идеи, хотя, конечно, все сегодня может поменяться с выступлением Джанет Йеллен, да, в 7 часов 45 минут по московскому времени она выступает, и все наши прогнозы могут пойти прахом. Но пока лично мое мнение такое. Конечно, рынок переменчив, ветер меняется достаточно часто на рынке, поэтому могут быть самые различные ситуации. Смотрим британский фунт. Обратите внимание, аналогично, неделю практически здесь наторговывались, да, шла наторговка, и похоже, нам тут дают сигнал о том, что можно готовиться к продаже, можно готовиться к шорту. 1.3470 пробивает цена этот уровень, я думаю, что будет еще... возможность продать, либо если кто-то уже зашел на пробой, да, на пробой этого уровня, ну что ж, могу сказать, молодцы, да, молодцы. Держать продажи, несмотря на то, что цена будет возвращаться. То есть цена будет возвращаться, вот этот максимум, это будет отправная точка, если цена этот максимум преодолеет при возврате, значит никаких продаж, естественно, не будет, и надо уже остановиться в покупке, да, и отбивать там свои потери, если они будут. Ну а пока, если кто-то из вас стоит в продажах, держите продажи, держите шорт. Я думаю, что 1.3270 это та цель, ближайшая цель, которую может достигнуть британец даже вполне, даже и сегодня. Да, даже и сегодня. Вот. Ну, так что пока такие мысли. Насчет захода прямо сейчас по британцу не скажу. Почему? Потому что я не вижу здесь ситуацию. Да? То есть я не люблю давать рекомендации только потому, что там надо дать рекомендацию. Да? Обычно, если чего-то я не вижу, я об этом говорю, что есть вход, нет входа. Да? Ну, если нет входа, вы должны оценивать это как нормальное явление, а не потому, что там что-то, скажем, ну, не так случилось. Нет входа, значит, не надо его там рыть, искать и искать себе приключений. Итак, доллар, японская иена, вчерашние шорты, да, у меня, в принципе, неплохо. Так, половинку на уровне закрыл, где ожидал, около тут 47 пунктов, ну и вторую, собственно, в 50, когда уже стало понятно, что иена вниз не собирается, да, хотя я вчера говорил, что шорт с этих уровней, плюс добавочка 111.80. Кстати, вот здесь у меня стояла отложка, она не сработала, не хватило буквально несколько пунктов, да, до этой отложки, ну так бы еще какой-то дополнительный профит был, но в то же самое время дополнительная головная боль по закрытию. Что по иене сейчас, да, какие мысли? А вот по иене сейчас довольно
довольно интересная ситуация. Ну, если мы пробьем тут 111.80, то мы уже пробиваем этот уровень. Вот здесь у меня разметка на этом уровне, да, обратите внимание. То есть его тут трогали, с него хотел я продавать, но не получилось продать. Его пытались проколоть, а теперь его пробивают, этот уровень. Соответственно, что можно ожидать? Ну, если мы примерно таким же макаром и закроемся, то можно ожидать, конечно же, откат к этому уровню и возможных покупок. В целом смотрится неплохо, интересно, да? Такие вот наторговки под уровнями, они, как правило, свидетельствуют о том, что ну, все там снижение, что было, выкупили, набрали объема, свободного объема, и, скорее всего, от этого объема будет дальше движение. То есть там 112.16, 112.30, откуда мы, по сути, вчера шортили. Да? Так что пока по японской иене, я думаю, что стоит ожидать отката и покупок и захода дальше. Ну, по крайней мере, пока лично мое мнение именно таково. Я могу, конечно, ошибаться, могу, конечно, скажем, дать что-то там неверное, но пока лично у меня такие мысли, и можно алерт поставить здесь. Насчет лимитки я пока не хочу. Время есть, последить. Обычно лимитку ставлю, когда нет времени следить, а если там на ночь получается, да, или еще что-то, то нехотя. Но если есть возможность последить за рынком, лучше последите за рынком, посмотрите, как цена будет здесь реагировать. Там, возьмите какую-то пятиминутку и попытайтесь найти похожий сигнал на пятиминутном графике. Рынок фрактальный, собственно, поэтому если будет вход на часах, будет и на пятиминутках вход, только там надо внимательно смотреть и найдете все, что здесь показывать. Так что пока такие мысли лично у меня по японской иене. Ну, на мой взгляд, один из таких перспективных инструментов на сегодня. Евро еврой, там фунт фунтом, а иена уже поинтереснее. Дальше, австралийский доллар продолжает снижение. У меня были, собственно, виды на уровень 0.7945, но после таких расторговок все виды упали, да, спали. Я, если честно, рассчитывал, что, ну, была здесь, была маленькая покупка, закрыли мы прямо на этом уровне, собственно, да. Вот, а потом я рассчитывал, что цена все же отобьется и пойдет выше этого уровня, но видим, глобально все поменялось немного в другую сторону. Не могу сказать, что это было пробитие, да, я поэтому и не шортил, не рассматривал это пробитие, то есть, ну, кое-как там, знаете, так, для галочки пробили. Возврат хороший, но, как видите, закрытие и открытие следующего часа прямо на уровне. Ну, говорит то, что действительно сильное давление идет на австралийский доллар, и, скорее всего, он в унисон с остальными валютами будет двигаться вниз. Да? То есть, поэтому пока по Австралии, я думаю, тоже стоит рассматривать шорт, тем более по дневному графику так интересно. Да? Был пробой уровня, такой возврат, то есть на дневном графике уже была точка входа 0.7945 для шорта, еще сегодня такую возможность давали. Дадут ли еще возможность, не знаю, но я думаю, что перезайти где-то, сейчас посмотрим, как тут целая бойня была, где-то вот здесь, там 0.79, ага, вот круглый уровень еще вдобавок, 0.79, я думаю, будет возможность еще перезайти. То есть пока спешить не будем, пусть сегодня отторгуется, а завтра, ну, либо когда день сегодня закроется, да, попробуем добавить. То есть пока лично мое мнение, то восходящее движение, которое было, заканчивается, вот здесь, собственно, все это дело переломалось. Да? То есть мясорубка такая прошла, вот он выход, и как раз таки мы имеем дело с нисходящим движением по австралийскому доллару, то есть пока мысли на продаже. По поводу целей пока не озвучиваю, по Австралии, но это где-то 0.74, то есть это вот примерно сюда мы придем, а может быть, да, ну, пока рассчитываю где-то на эту отметку, хотя в целом, знаете, так, ну, интересно смотрится, то есть в прошлый раз, как здесь было исторически, да, даже ниже 0.7. То есть, так, где линия делась? Вот линия делась. Это на что? 0.7150. Ну, очень вероятно, да, что может быть такой подход. Конечно, жаба душит, но
пропустить такой тренд, если он будет, да. Но надо всегда разумно подходить и заходить относительно безопасно. То есть надо попытаться здесь залезть с небольшим стопом безопасно и сидеть в позиции до потери пульса, пока, собственно, не дойдет до отметки. Могу сказать так, что как только мы выйдем за пределы 0.78, ну, внизу никаких поддержек нету, и цена, ну, по идее, должна двигаться очень и очень быстро к этой отметке, да, которую я тут обозначил, 0.7150, хотя в принципе, ну, может случиться все что угодно, но пока расчет у меня лично на такие цели. Вот, это что касается австралийского доллара по Австралии, по австралийцу. Кто торгует, кто в продажах сидит, сидите, не вылазьте, держите дальше. Идем далее. Новозеландский доллар. Что у нас по новозеландскому доллару? Ну, новозеландский доллар уже поехал, естественно, статистика у него ужасная была. Вот, поэтому он уже, не дожидаясь своего товарища по, скажем, соседа, да, с Австралии, ну, по сути, начал уже движение. Из еще важных уровней, к сожалению, не успел нанести заранее уровень. Это где-то здесь, 0.7220, его уже, по сути, практически пробили, фактически, да, даже чуть-чуть пониже. Вот, мне нравится вот этот уровень. Ну, вы не подумайте, я его не на глазок строю, да, то есть, как бы, уровни-то имеют под собой обоснование, определенное построение, методику, то есть... Не то, что вот захотел здесь линию бросить, нет, то есть не подумайте, ради бога, да, потому что некоторые мне говорят, что ты берешь просто от балды, накладываешь, да, и потом пытаешься что-то там притянуть за уши, ну, совершенно неправда. Вот, а что могу сказать по новозеландскому доллару? Я думаю, что, ну, здесь начинается довольно серьезная штука, да, такой хороший разворот, тоже стоит ожидать пока движения вниз, но я не думаю, что это будет сильно продолжительное движение вниз, скорее всего, это где-то до отметки там 0.68-0.69. Важно дождаться выступления Джанет Йеллен сегодня вечером. Ну, что она скажет, то есть там наверняка все послушают, хотя, в принципе, уже как бы направление-то выбрано, движение, да, вопрос только по времени, когда будет активная фаза его и когда пассивная. Все остальное остается прежним, все как было, все как есть. Да? То есть, ну, пока такие мысли по новозеландцу. В целом же попробую взять, ну, под дневки зайти. То есть ждем пробития сегодня, по сути, закрытия ниже текущего уровня и будем ловить откаты, ну, либо смотреть возможный откат здесь на уровне. Канадский доллар дальше давайте смотреть. По Канаде что? Итак, по канадскому доллару у нас какова картинка? Ну вот он к 1.24 подбирается плавненько. Я думаю, что так и будет пока. Идет по уровням, в принципе, неплохо, хотя спрыгивали несколько раз канадцы, да, потому что было какое-то неуверенное шатание. Там, новости всякие такие, там, да, там, процентная ставка, плюс еще куча новостей было по канадцу, поэтому я пока, ну, решил вообще канадцы не трогать. Изначально, я помню, еще где-то здесь, вот на 1.2170, когда был лонг, я говорил, что 1.24 сидеть там и не вылазить, да? Ну, естественно, не усидел. Ну, невозможно сидеть на месте, на пятой точке, нужна активность какая-то, да, о чем, конечно, немножко жалею. Но в целом, плюс в том, что идеи правильные. Вот этим себя, можно сказать, успокаиваем. 1.24, что будет дальше? Ну, посмотрим. Канадец и дальше продолжит в этом духе. Я думаю, что 1.24 не станет для него какой-то невероятной преградой. То есть тут укрепление поставки было, ну, глобально, собственно, ситуация не сильно-то поменялась. Скорее всего, будет пока продолжение восходящего движения, продолжение аптренда. То есть движение наверх. Да, это по канадскому доллару. Но это, собственно, опять же, пока предположение. То есть напомню, что мы отрабатываем возможные сценарии. То есть, ну, вас на каждый день, на каждую валютную пару, которую вы торгуете, естественно, должен быть свой определенный сценарий. То есть, что вы будете делать, что вы будете искать, если будет одно, если будет другое, третье, пятое, десятое. Вот, поэтому я вам озвучу именно сценарий. Дальше золото. Но сегодня озолотились по золоту немножко, да. Был шорт. Уровень красивый, кстати, Карен, если смотрит, да, как там вчерашняя продажа с 12.95, я надеюсь, на 12.91 успел
пофикситься до этого выноса. Вот, вчера обсуждали этот момент, да, и говорил, что да, 12.95, да, будет шорт, ну, скорее всего, глобально будет выход все-таки наверх. Ну, в принципе, если успел выпрыгнуть, замечательно, прекрасно, да, ну, я знаю, что человек аккуратно торгует, так что думаю, что успел выпрыгнуть со вчерашнего выноса наверх. А что сейчас по золоту? Тоже 13.06, классный уровень на самом деле, хороший уровень образовался, тут никаких претензий нету. А, опять же, заходил, сейчас закрыл в самом низу, ну, молодец, прекрасно, собственно, отлично отработано. А сейчас опять солю золото, ну, что и другим советую, что и другим желаю, да, как говорится. Вот. Тоже по золоту шортил, собственно, 13.06, половинку уже закрыли. По сути, глобально позиция уже давно в БУ, ну и плюс в БУ перевел по цели. 12.95 как раз-таки вот эта отметка, куда, собственно, я думаю, что мы по золоту доберемся сейчас, поэтому пока шортим. Ну вот этот выход вчерашний, да, отработал себя, мы его убираем. Вопросы, что потом будет? Ну, очень тяжело заглядывать в будущее, невероятно сложно. Обычно я поступаю как? То есть я вижу какую-то ситуация, которая сейчас разыгрывается, я ее торгую, да, сказать, что будет через час, через день, через два, крайне сложно, но попробуем, как говорится, посмотреть, что будет впереди, да, заглянуть немножко. А ждем пока до 12.95, я тут чуть-чуть ниже, как обычно я рассчитываю, всегда цена подойдет к уровню и немножко проколет этот уровень, да, такое всегда бывает, но так рынок устроен, чтобы те, кто прям под уровнем прячется, чтобы им неповадно было прятаться. Да? Вот, что дальше будет? Давайте посмотрим на дневной график глобально по золоту, что тут происходит, как говорится, прямо сейчас. А вчера такой хороший был выход наверх, подъем, ух, там много, там расправили крылья, да, трейдеры, а сегодня заход вниз. То есть, скорее всего, это просто цена огрызается, да, огрызается ложный, как говорится, заход. Ждем 12.95, а вообще важно посмотреть закрытие сегодняшнего дня торгового. Очень интересно бы посмотреть. Ну, мы посмотрим. 1300 уже уровень, цена немного буксует на 1300. Много инвесторов рассматривают его в качестве поддержки, так как это там круглый уровень, все дела там, да, но может быть цена немного отпрыгнет от 1300. Вот, ну, вероятнее всего дальше будет движение вниз. 12.95, 12.91, то есть вот этот 12.91 это такая глобальная отметка, которая как раз таки скажет, да, что тренд по золоту однозначно вниз, и надо будет уже солить золото изо всех сил, там все что есть надо будет собственно шортить, шорт на все, как говорится, да. Вот, но пока наблюдаем. То есть, ну, 1301, видите, подпрыгивает золото, на 1300 буксует. Ну, это нормальное явление. На самом деле наша сделка уже закрыта. Тем более, буксует как? Смотрите, первый такой прокол был, да, и цена сразу же отбуксовала. Второй раз, вторая попытка. Вот, ну, 1300, такой уровень. Я не думаю, что он тут устоит, да, я думаю, что его все-таки продавят, но, как бы, если что, будьте готовы, да, защитить свои позиции, защитить свои, собственно, сделки. Ну, напомню, что очень важно не только правильно зайти в сделку, но куда важнее правильно выйти, и тоже надо много внимания уделять вообще управлению сделкой. То есть, если вы сделками не управляете, то результаты будут так себе. Очень важно именно управление сделками, тактика. Тактика. То есть, стратегия одно, а тактика это немножко другое. Дальше, серебро. Что по серебру? Ну, по серебру тоже 17.300 почти поднялись, смотрите, и падаем, 16.96, 16.80 по серебру, глобальная поддержка, это тот уровень, на котором пока серебро держится, и пробитие этого уровня как раз таки будет нам говорить о чем? Говорить о том, что да, надо продавать серебро, можно продавать серебро. Да? Пока же цена не пробила, естественно, в такие ситуации, когда... Ну, непонятно, да, кто сильнее, в какую сторону там спрос-предложение, баланс направлен. Естественно, лучше постоять в сторонке, да, как говорится, понаблюдать, кто кого, да, кто кого осилит, к тому и добавится. То есть нам не надо с рынком сражаться, нам главное посмотреть, а кто сильнее, в ту сторону и пойдем. То есть пока мы этот уровень не пробили, 16.80, 16.800, ну, продажи рано, покупки по нисходящему тренду, ну, кто что
продает, ой, покупает, да, падающий рынок. Поэтому самый лучший сценарий – это посмотреть, да постоять, да посмотреть, да подумать. А по доллар ЗАР обратите внимание, да, вчера говорил, что, скорее всего, будет пробитие, уход ниже на уровень, ничего подобного. Да? А, очень специфическая валюта, практически ни с чем не коррелирует, то есть коррелирует сама с собой, по сути, сама себя на уме. 13.36, смотрите, максимум, но да, этот максимум, по сути, пока сдерживает цену. То есть пока цена именно здесь держится. Видите? Обратите внимание. Тык-тык-тык-тык и здесь. Очень вероятно, все-таки, если доллар огрызнется, то пойдет ЗАР вниз. Да? Пока я не рассматриваю покупки, и для меня лично вот эта отметка – это максимум. Это максимум, который может показать ЗАР. Но, как говорится, может все быть на самом деле, и валюта достаточно сложная для торговли, валютная пара сама по себе. Поэтому, если нет достаточного опыта, да, я бы советовал ее не торговать. Доллар-рубль в нашем обзоре тоже имеется, куда же без него. Но обратите внимание вчера, да, то есть такая разметочка была интересная. Вот выход, вот тестирование уровня 57.40, а вот второе тестирование. Да, то есть первый залет, аж пробили уровень, тесты опять же были этого уровня, возврат вниз. Сейчас опять цена идет у нас куда? Выше уровня. Ну, то есть, скорее всего, опять будет поход наверх. То есть доллар укрепляется очень агрессивно. Да? Вот, и все там разговоры, что рубль может укрепиться там до 55, это просто разговоры, переливание с пустого в порожнее. Да? Скорее всего, пока будет обратная ситуация. То есть достижение отметок у нас каких? Ну, отметки у нас здесь важны. Это 57.70 отметка. А преодолеем отметку 58 запросто, то есть все 58, а то и выше. Поэтому по рублю пока лично у меня прогноз такой. Я думаю, что будем расти. То есть 57-55, ну, не заметили. Хотя я не могу сказать, что здесь нет уровня. Просто его так пробивали. То есть и здесь, видите, на торговка выше уровня и какой проход, да, видите, раз, два, штыри вниз. И здесь тоже не сразу-то прошли. То есть здесь есть однозначно сила этого уровня имеется, все в этом уровне имеется, все, что надо. Но пока его пробивают, то есть по сути, рубль сдает, да, сдает позиции. И 57.70, если берем 57.70, считайте, что 58 взято, и идем дальше. А вот такие идеи пока по рынку. Напомню, что запись обзора доступна на канале Альпари в YouTube, в группе ВКонтакте. Если у вас какие-то вопросы возникают, пожалуйста, добавляйтесь, смотрите, пересматривайте идеи, которые я озвучу. Они обычно еще некоторое время актуальны, да, после обзора еще есть возможность там что-то подсмотреть, подкараулить, поэтому следите за идеями. На этом все. Всем хорошего дня. Такой прогноз на сегодня. Больших вам профитов. Будьте внимательны, осторожны и не рискуйте понапрасну. Всем пока и до встречи на наших следующих обзорах.